Есть новость от командного поста, как работает. Оборона еще держит. Прием! Ударение на него! 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 Удар
с тыла, заходим внутрь! Пошли скорее! Ваш отец уже не там. Папа, какого черта? Все это время ты был один из них? Ты что, ты призрак? Полегче, малыш. Это твой командир. Вы, ребята, понятия не имеете, как это было непросто. Но такой выбор делается раз и навсегда. Тебе и твоему брату еще многому надо научиться, но вы прошли все испытания. Добро пожаловать в призраки. Мы готовы. Мы тебя не подведем. Я в этом не сомневаюсь. Я горжусь вами. Вами обоим. Все, конечно, хорошо. Но что, черт возьми, нам делать с Рорком? Рорк, парень, который охотится на призраков? Да. Он хорош. Чертовски хорош. И он знает, как мы работаем. А как такое возможно? Он был одним из нас. Все началось 20 лет назад. Армия Федерации стала угрожать Южной Америке. Их предводитель, генерал Эль Магро, требовал пленения или казни всех рожденных в США граждан. Именно Рорк убедил Вашингтон доверить призракам решение этой проблемы. США направили свои войска для уничтожения Федерации. Рорк отправился устранить Эль Магро. Но Рорк стал одержим этим человеком. Он говорил о нем как о награде, охотничьем трофее. И он был готов на все, чтобы получить этот трофей. Для нас Рорк был легендой. Человек, который в огне не горел и в воде не тонул. Призраки были лучшими из лучших, но боялись нас именно из-за Рорка. Thank you.
Ангарский контрольный пункт. Не стрелять. Феликс 4, видеоконвой. Идем параллельно нашей позиции. Понял, вижу их. Огонь, мы начинаем заход на цель. Опасная близко. Половину своих ребят. И половину наших тоже. Мы призраки, Мерик. Мы закончим миссию. Да, но сейчас другой случай. Еще что-нибудь сказать хотите, сержант? Нет, сэр. Долго не выдержит! Там жарко. Ладно, достанем этого мерзавца. Трое как минимум, 10 метров. Будьте начеку. По твоему сигналу, Элис. Можно их убрать.
Я держу! Похоже, остались только мы, братан. За мной, мать, не высовываться! Тебя заметили! Похоже, остались только мы, братан. За мной, мать, не высовываться! Это нам пригодится. Погоди. Я пойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. Снимем их по твоему сигналу. Тебя заметили! Пригодится. Погоди. Я пойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. И пролезь тут, я пойду с фланга. Снимем их по твоему сигналу. Дай пушку одного из них. Приоритет выживания. Надо занять позицию на высоте. Как в старые времена, Элиас. Город рушится! Времени не осталось! Похоже, другого выхода нет! Следуй за мной! Сейчас развалится! Погоди. Ждем сигнала. Со мной! Всем позывным на этой частоте, выйти на связь! Говорит призрак Гурова! Я вас понял, Мерик. Рост, мы видим Эльмагро, но в нас стреляют! К западу от отеля! Вас понял, мы уже в пути! Давай! Снова спасаем задницу Мерика. Ладно, перегруппируемся, потом берем Эльмагро. Огонь! Он еще там!
Непонятно, сколько оно выдержит. Прикрывай с тыла! Мы слишком тяжелые. Элиас, надо... Я принял самое тяжелое решение в своей жизни. Я отпустил его и спас всех остальных. Так что с ним случилось? С Рорком. Мы неделями искали его труп. Но нас отозвали, а его признали пропавшим без вести. Но зачем ему призраки? Федерация первая добралась до него. Я не знаю, что они с ним делали, но если они изменили его, они могут изменить кого угодно. А призрак не остановится, пока задание не выполнено. Так, найдите его, пока он не нашел нас. Именно. В Каракасе есть человек, который знает, где его логово. Виктор Рамос, глава научных проектов Федерации. Мало кто может назвать такого человека, как Рорк, другом. Рамос – один из них. Чтобы найти Рорка, придется вернуться туда, где все началось.
Цель неопознана. Подождите, пока он к вам повернется. Устройство для спуска, проверьте парашюты. Не стрелять. Твой устал от капотера. Слева
Один на кухне, один на подходе. Сначала на кухню. Подожди, пока он перейдет на кухню, затем нейтрализуй обоих. Ждем сигнала. Muchas jevas buenas por allá. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Tú, amigo, no das más que problemas. ¿Qué? Hey, no sé cuándo toca divertirse. Confía en mí, con ese fiestón en marcha. Подожди, пока не уйдут. Нужно отключить лифты. Нельзя дать ему сбежать. Главный банк в западном крыле. Идем на перекресток и отрубим аварийное. За мной.
Что за мужик? А мне кем? Отключены, аварийные еще работают. Los fuegos artificiales se ven más arrechos sin luz. Большая рупа, придется их удивить. Эва, слева. Se va a calentar si no vuelve la luz pronto. Es la mejor orden que me han dado hoy. Цельтесь в телевизор. Готово. ¿Qué coño está pasando? ¿Quién apagó la luz? Por allá, por allá. Понял, я почти у центра управления. Помоги Хэшу, я подцеплю тросы. Надо отключить питание лифтов. Похоже, у нас гости. Цели поражены. Дайте лишние заряды, я прикрою отход. Цепляйтесь к тросам.
На позиции. Аналогично. Твою мать, его здесь нет. Хорош. Ему крышка. Он знал, что вы придете. Где Рорк? Где не он? Не знаю. Никто не знает. Хэш! У вас 5 секунд, чтобы передать координаты Рорка. 4. Его здесь нет! 3. 2. Его местоположение там, в зашифрованном файле. Так, так, так. Это не ходячие мертвецы. Рорк! А, я знал, что вы нападете на след. Ты пытался убить моего отца, скотина! Хэш! Сыновья Элиаса Уокера. Мальчикам поручили мужскую работу. Где ты, Рорк? Не важно, где я. Важно то, что 10 лет назад призраки бросили меня подыхать в этом городе. С этой ночи Элиас будет жить с пониманием того, что отправил родных сыновей на верную смерть. Это была ловушка. Идем! Скаркроу, операция под угрозой! Подождите повозку с 52-го этажа! Вас понял, Шарифа. Отправляю приказу относительность поближе к полному пункту. Надо найти окно, прежде чем все это станет рухнет! Он посередине! Понял! Прыгаем отсюда! Быстрее, к окну! Готовьте парашюты! Они рушатся! Держите за кто-нибудь! Был сильно поврежден, но Нарад нашел кое-что интересное. Рорк? Он перемещается 2 раза в сутки. Но пока мы точно знаем, где он. Плавучий комбинат в Персидском заливе занятой Федерацией. Они называют его Фрипорт. Нарад все нашел. Теперь он нужен им живым. Для охоты вам предоставят 2 восстановленных птичек. Я со спектра буду все координировать. Это будет адская охота. Крупная дичь, но вы знаете, что делать. Байер 5-0, это Албу 1-1, мы в 2 минутах. Понял вас, 1-1. Помните, самое важное забрать то, зачем мы пришли. Так что прикрывайте группу захвата, пока мы спустим ее вниз. Подтверждаю, 5-0. Гасим огни. Комплекс ПВО. Курс 7-7. Проверим, нужно ли нам разрешение на контакт. Я как раз сейчас запрашиваю. Ждите. 10 секунд. Мы должны быть готовы стрелять по этим парням. Так, нам разрешили атаковать противника. 5-0. Что использовать, ракеты или пушку? Все, что у вас есть. Вас поняла. 1-0. Выбрал пушку. Все, парни, вступаем в бой. А вот черт, там полно целей. Внизу ведут огонь из пулеметов. Враг ведет по нам огонь со здания с трубами на крыше. Здание с дымовыми трубами. Вас понял. Ориентир трубы. 1-1. Вы наблюдаете или ведете огонь по целям? 1-1 повторно вступает в бой. На крышах обнаружены новые цели. 1-1. Враг ведет огонь с крыши самого крайнего к западу здания между 2 дорогами. 1-0 на крыше. Открываем огонь по зданию. Вражеские птички рядом с трубами. Так, вражеские птички раскрыли клювы рядом с трубами. А
Ракета, 3 часа! Ракета! Ловушки ушли. Ракета выпущена. Есть, принято.
поворачиваемся против часовой. Черт! Открыто! Через командир!
артиллерия. Вступаем в бой, опасность близко. Повторяю, рядом наши. Хороший прицел! Как нужно входить? Заткнись! Пират, это призрак 6-3. Захватчик, движемся к точке эвакуации. Скаркроу, 6-1 на связи. Он наш. Вас понял. Аутлоу нажарит вас к месту встречи. Нам нужно выдвигаться через 30 минут. Есть такие племена в джунглях Амазонки, что совершенствовались в искусстве пыток сотнями лет. Федерация приняла их в свою семью, снабдив чуть более утонченными методами. Они держали Рорка в норе месяцами, обнаженного, и кормили низкобелковой кашей с ядом местных растений. Сломив тело, они принялись работать над его разумом. Когда сдался и разум, принялись за душу. Что осталось, переделали, напитав его ложью. Превратили в марионетку. Мучительный процесс. Жестокий. Рорк стал их призраком. Идеальным оружием против нас. Все, оставить. Что они с тобой сделали? Да, то же, что и ты. Дали мне свободу. Когда-то ты учил меня, что призраки не ломаются. Теперь я хочу спросить тебя еще раз. Любого можно сломать, Элиас. Мог бы спросить своего дружка Аякса. Ну, если бы он еще был с нами. Хватай его стул! Хватай его стул! Логан, ко мне его. Сюда этого ублюдка. Что, так все и закончится, Элиас? Ты выбросишь меня из самолета? Ты мне все расскажешь о раскопках в Сан-Диего. Ты что, спросишь меня, лейтенант? Опять? Отвечай, Рорк. Ты вправду считаешь, что можешь меня сломать, Элиас? Подходите! Ну же! Вот и я! Логан, ко мне его. Это конец, Рорк. Мы победили. Ты меня не победил, Элиас. Ты только что очень облегчил мне работу. Назад!
Найди меня, если выберешься отсюда! Запасное место есть всегда! Киган со мной. Логан? До посадки я видел только, что он на дерево летел. Твою мать, ложись. Похоже, у нас тут гости. Мы вас найдем. Постарайся найти место крушения. Продвигайся тихо, тогда точно нас найдешь. Ты справишься, сынок.